Но это, ребята, уже совсем новая история, в которой наш красный шарик спасет принцессу Солнышко. Ну что ж, отправимся вместе со мной в это чудесное приключение, ребята. Мы побывали на холмах, в дремучем лесу, на мрачной фабрике и даже на луне. А теперь, ребята, мы отправимся в подземелье, чтобы найти нашу принцессу Солнышко. Классная новость, ребятки. Вы можете попасть в мое следующее видео. Но вам не нужно не выполнять каких-то заданий особых. Просто я спрятал некий секретик. И если вы его найдете, то попадете в следующее видео, ребятки. Так что будьте очень внимательными. Давайте-ка разгонимся и прыгнем к нашему зомбачку. Ай, ты что? Как ты по мне попал-то, а? Так, ребята, все, зомбачок у нас получил. Ой, это кто там? Кто это там шастает? Видите сзади? Какой-то зомбачок, что ли, по помойкам? Как-то странно. Что он там забыл? Так, мы, наверное, сейчас с ним спрячемся. И будем, ребятки, двигаться к тому, чтобы спасти нашу принцессу, ребята. Солнышко. Так, хоп. Получайте, зомбачки. Есть, ребята. Как же круто мы с ними со всеми справимся сегодня. Так, что это тут у нас такое? Ух ты. Берем звездочки быстрее. Есть, мы прошли. Это эти зомбята наставили всяких ловушек. У-ху! Круто. Это кто такой? Это что за... Кто ты такой, эй? Отстали от меня. Ого, вы видели, как он взорвался? Это какой-то странный динамит, что ли? Или кто, злой орех какой-то? Ай, нет, куда это мы свалились-то? Давайте-ка нормально сейчас запрыгнем, мне ж нужно спасти нашу принцессу, ребята. Поэтому мы сейчас все круто с вами пройдем. Есть, все, звездочки теперь у меня готово. Ой, кто тут у нас бегает? Получай, ты тоже сейчас получишь. Есть. Так, ребята, мы смогли всех победить, и остается двигаться дальше. Берем здесь звездочку, эту и эту. Смотрите, сколько мы всего тут набрали. Ой. Готово. Теперь очень все хорошо. Ай, нет, 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 нет. Он меня не задел, но я сам из-за него упал. Так, все. Подрывайся там. Какой-то или зомбачок в каком-то шлеме. Кто это вообще такой, ребята? Пишите в комментарии, как вы считаете, кто это был. Что за подрывник? Вот еще один. А! Все. Хорошо, что он нас не задел, этот подрывничок. Так, жмем кнопочку, жмякаем прямо. И вот так вот сейчас поедем наверх. Отлично. Все пока что довольно-таки круто. Есть. Это что такое? Поджидайте меня тут, да? Все, ребята, они вдвоем тут повзрывались. И теперь мы расчистили себе путь. А-а-а! Ого, прямо на самом краешке-то мы были. Ля-ля-ля. Ладно, не будем туда лезть. Ой, он же меня сейчас заметит. Так, ты что, меня не видишь, что ли? Все, хорошо, что он взорвался так рано. И теперь мне не будет особо мешать. Но мы сможем продолжить наше путешествие с целью найти, присвободить нашу принцессу, ребята. Так, я надеюсь, вы тоже уже ждете, когда же мы ее освободим. Сейчас все будет. Может быть, не в этой серии, но это произойдет, ребятки. Просто следите за моим каналом, и вы все увидите. Так, есть. Хоп. Прыгнули зомбачку прямо на голову, и все. Оп. Их. Готово. Ой, тут нужно быстрее падать, а то сейчас лазеры эти меня распилят. А нет? Нет, быстрее. Есть, ребята, мы смогли от них убежать, а то бы они нас полностью бы съели. Так, хоп. Их подождем. Надо набираться терпения, никуда не спешить. Так, тихо. Есть, отлично. Тут еще даже забрали. Так, зомбачок. Получай. Все, теперь нам не будет мешать. Оп, куда это я упал? Эй, ну почему ты не едешь-то? Ой, как же я круто отпрыгнул от этой бомбочки, а то бы она меня сейчас взорвала, ребята. Ребятки, давайте мы... А это, ребята, уже совсем новая история, в которой наш красный шарик спасет принцессу Солнышко. Ну что ж, отправимся вместе со мной в это чудесное приключение, ребята. Мы побывали на холмах,
в дремучем лесу, на мрачной фабрике и даже на Луне. А теперь, ребята, мы отправимся в подземелье, чтобы найти нашу принцессу Солнышко. Вот попадает в следующее видео, так что жду ваших комментариев. Ну что ж, ребятки, а мы поехали искать нашу принцессу. Ай, потому что тут куча зомби, и нужно делать все очень быстро. А, аккуратнее. Так, лазеры. Отстаньте от меня! Ну, я думаю, они мне не настолько прям помешают. Так, тихо-тихо. Ты что, меня тут раздавить хочешь? Какой-то странный пресс, прямо страшный такой. Вдруг меня раздавит, что мы будем делать? Хоп, все, мы с ним справились. Ай, так, куда же я упал, ребятки? Так, зря это, конечно, свалился, но ладненько, мы как-то справимся. Хоп, все, теперь мы его обманули, этого подрывничка-злодея, он больше мне не помешает. Ой-ой-ой, на кнопочку, скорее нажимаем и теперь ждем. Оп, прыжочек. А, нет, немножко не хватилось, у нас прямо второй глаз вылез. Так, давай. Оп, есть, ребята, ты что, меня еще ударить успел? Так, какой-то... Со всех сторон, ребята, меня зомби этот обманул, оказывается, представляете? Вот это да. Так, ну-ка иди сюда. Все. Теперь ты мне больше не помешаешь, злодей. Какой-то шустрый зомбачок. Так. Ой. А как же меня задело-то? Эй, так ведь нечестно. Ну-ка, давай еще раз. Ребята, вы знали то, что если на эту бомбочку просто сверху прыгнуть, то она остановится, и мы сможем убежать. Ой-ой-ой-ой-ой, скорей. Есть, выучилась, отлично. Ой, ты что думаешь, ты тут самое главное, ну-ка получи. И ты тоже зомбачок. Все, ребят, мы с ними со всеми справились. Теперь прыгаем вот сюда. Ой, надо было на него сверху прыгнуть, но я что-то не подумал. Так, хоп, скатили эту штуку. Сейчас, ребята, мы поедем. Мы наконец-таки поедем. У-ху! Искать нашу принцессу. Так. Есть, все, собрали. Ой, чуть надо и на краешек не прыгнул, так бы свалился. Что? Ой, нет! Ребята, я отвлекся от того, что зомбачки показывают мне язык. Представляете, смотрите на них. Вот же злодей. Ну ладно, из-за этого еще и упасть смог. Ай! Ого! Это, конечно, опасная штука. Что? Да ну почему? Как ты меня смогла раздавить-то? Штуковина ты страшная. Фух, ну еле прошли. Еле-еле прям. Ой. Так, кто это тут у меня такой интересный? А почему ты сразу-то взрываешься? Ты что, не мог подождать хотя бы секундочку? Ну вот это да. Ну и ну. А ну-ка. Так, хоп. Ай, не допрыгнул, что ли? Так. Есть. Хорошо. Готово. Теперь скатываем эту штуку. Так. Давай, я знаю то, что ты будешь нападать. Чудище такое. У-ху! Ой, а как тут... Нет, чуть не достал меня. Так, куда это мы тут прыгаем? Угу. Получи. Теперь мне надо этот шар сюда вот так вот закатить. Есть. А ну-ка, перепрыгнет? Нет, нужно еще сильней. Ну куда же его сильнее закатывать-то, а? А, ну давай. Теперь погнали. У-ху, отлично. Ой, чуть лазер-то на нас не сработал, что бы мы делали. Так, а куда это вы свалились вдвоем? Даже меня повзрывать не попытались, ребята. Ой, ну что ж, мы, наверное, тут остановимся, потому что это было очень нелегко, ребятки. Передохнем с красным шариком, и если вы хотите посмотреть продолжение, то просто зайдите на мой канал, ну, там будет сразу после этого ролика. Ну что ж, с вами был Спуди-Дуди-Ду, и всем, ребята, специально для вас, чтобы было интереснее, я спрятал маленький секретик. И если вы его найдете, то попадете в следующее видео.
Так что удачи вам и жду ваших комментариев. Ну что ж, а мы с красным шариком отправляемся на поиски нашей маленькой подруги, принцессы Солнышко. Так, уху! Есть, смотрите, как мы тут прыгаем. Ай, ты чё меня тут взорвать хотел?